Привет, друзья! Вот и внучки наши приехали, лето началось. Ну, на клубнику они не успели, клубника кончилась. Зато у нас созрело что? Малина. Малина. У нас ее немного, но почему-то никак мы не можем добиться хорошего урожая. Ну вот нынче это максимум пока что за 4 года, что было. Будешь собирать и есть, да, Ариш? Да. Не варить ничего не будем, только кушать. Там на земле она лежит, это. Ну, грязноватая, не ешь с земли. Хорошо. Вот где повыше, там почище. Ее сначала помыть надо. Надо помыть. Ася, ты что не рвешь малину? А что ты рвешь? Горох? Пойдем-ка посмотрим. Ася нашла горох. Аккуратненько, кустики придерживай. Они нам еще понадобятся. Там еще очень много гороха. Ну, а мы еще не срывали. Вот он первый горох. Начал толстеть. А кого ты боишься? Вот смотри, какой толстый. О, вот это да. Отрывай. Уже попробовала? Вкусный? Да, очень. Очень. Любишь горох, да? Ой, таракашка. Таракашек боишься, что ли? Понятно. Ну, не бойся, они тебя сильнее боятся, чем ты их. Ну, какая плантация у нас гороха. Где камушек гороха? Да вот и полно, везде, со всех сторон. Рви и ешь. Ну, что такая трусиха-то? Я боюсь букашек. Ну, они же везде летают на природе. Они тут живут, зачем их бояться? Все, я побежала домой. Ну, беги. Горох легче собирать, чем малину, да, Зая? Ага. И сразу кушать его. Сладенький? Ага. Ну, ну вот, да. Видишь, мы насажали сколько. Хватит вам тут поесть. И вот наш первый ужин. С зятем и внучками. С шашлыками. И с молодой картошкой. Да. Вот наш урожай. Да. Картошки. 4 куста. С 4 кустов накопали, наверное, килограмм. Максимум полтора. Я не спорю. А в Кемерово вчера только посадили. Вкусно вам, дети и взрослые? Да. Вкусно, да. Да. Кушайте. Приятного аппетита. Спасибо.